Всем привет! Вы находитесь на канале iHouse ThermoPlus и с вами Олег. В этом обзоре вы увидите тест пирплит на отрыв. Первые тесты мы на отрыв делали, проверяли адгезию 2016-2017 год. И тогда они показали такие результаты. Ее оторвать просто невозможно, только сломать. И в принципе, даже скажу. В те времена еще обкладка стеклохолст была серого цвета. Сейчас она бело-желтая такая. В принципе, что дает нам такая хорошая адгезия? Мы можем применять всего лишь один гриб, ну и то для фиксации этих плит при монтаже, потому что все-таки эти плиты надо воспринимать не как просто утеплитель пенопласта, а как сэндвич-панель. В чем плюс применения одного гриба? Каждый гриб имеет мостик холода вокруг себя 5 квадратных сантиметров. На одну плиту, если по технологической карте раскладывать, то у нас их нужно 5 штук. Каждая плита 0,72 метра. Посчитайте, сколько таких мостиков холода будет на всем здании. То есть, вот это большой плюс. Второе, опять же, экономия денежных средств. Денежные средства, потому что хорошие качественные грибы, они стоят денег. То есть лучше на эти деньги лучше выровнять поверхность фасада, подготовить ее и уже потом приклеить под гребеночку перплиты. И, кстати, кто хочет посмотреть утепление фасада перплитами, вот тут первая, вторая, третья часть, вот здесь по подсказке. Кто первый раз попал на канал, можете посмотреть особенности утепления фасада перплитами. Итак, давайте посмотрим этот тест. И потом сделайте сами выводы. Начали снимать эксперимент, но камеру забыли включить. То есть у нас это все уже выдержало. Смотрите, начало рвать. Сама плита, она не отходит. Пластина начала рвать. Если бы пластина была шире бы, то было бы нормально. Мы сейчас повторим этот эксперимент. Вот эти два куска бетона весят 37,7 килограмм. Давай, наливай по новой потихоньку. Приклеено на голый бетон. Получается чистая площадь 50 квадратных сантиметров за вычетом вот этой пластины. Пирплита с обкладкой стеклохолст проверяем на отрыв. Оторвать ее она не оторвет, а вот сломать она ее сломать может. Давай, лей. Что бы сюда еще положить? Такое. Канистрочку давай. Вот эту наливай. Наливай красную канистру. Нет, давай красную наливай. Сейчас мы еще сверху канистрочку положим. То есть вот эти зазоры, которые есть, они были. Просто она не приклеена. Нанесено перплита под гребенку. Нанесено плевой состав под гребенку. И просто приложен к плите необработанный монолитный. Кстати, все знают, что адгезия к плите очень плохая, железобетону. Но смотрите, адгезия очень хорошая получается. Итак, завершающая. Слышь, стоит. Стоит. Рвет. Но начало потихоньку рвать. Рвать начало именно вот в этой пластине. Эксперимент проводим второй раз. Слышь, ну все равно она держит ее. Смотри. А вес больше. А весу больше. Ну что, взвешиваем сколько? Ну все, давай. Взвешивать будем. Давай, один канистру. Так, сейчас мы
Ты мне не загораживай табло, уважение. Видно? 18,7. Давай следующую. Давай канистру сразу. 37,4. Ну, да. 47 килограмм. Давай. Ну, расплескал. Ну, 40 литров, как говорят. Плюс провода, плюс те железки. Ну, 40 килограмм. 40 килограмм. И там 44. 84. 84,4 килограмма весит. Выдержало. 84 килограмма с половиной выдержал вот этот образец на отрыв. И мы его так и не порвали. Снимай. Да, крепко сидит. То есть его начало рвать именно только пластины. Сам он, если посмотреть. Просто меня повесить можно. Тебя повесить можно смело, да, Саша. Ну, сейчас будем второй эксперимент проводить. Не надо. Второй эксперимент будет проводить вот. Горелку поднесем. Будет дымить или не будет дымить? Вы наглядно увидели, какая хорошая адгезия у перплит. Делайте выводы. Делитесь этим видео в соцсетях, там, по WhatsApp, где угодно, чтобы у людей мифы разрушились, что у них адгезия плохая. Ну, а также в знак благодарности поставьте палец вверх, нажмите на колокольчик оповещения и в комментариях оставьте свое мнение вообще о перутеплителе. Там напишите ваши плюсы и минусы. Минусы, наверное, все знают, что там она более дорогая. Минус еще есть, трудно ее купить, особенно с обкладкой стеклохолст. Напишите еще, какие минусы вы знаете. Ну что, пока, до новых встреч.